Ребята, всем привет! Добро пожаловать на канал JoyWire! С вами снова Joy, давайте продолжим наше небольшое путешествие в мире Dark Souls. Первым делом предлагаю все-таки сбегать за щитом травяным. Это будет приятный буст, учитывая, что... Ну, коса отнимает достаточно много выносливости на атаку, а со щитом выносливость будет восстанавливаться чуть быстрее. Заранее прошу прощения за лишние шумы, которые микрофон будет ловить. Там как это безумная гроза на улице. И, возможно, это будет немного нам мешать. Но ничего страшного. Оп. Господи. Господи, как же фигачит коса. Отличное оружие, прекрасное. И это оно еще даже не вкачанное. Все это как бы плюс ноль. Огненная коса. Огненная коса или с адским пламенем? Я не помню, что там вкидывает скелет, скажу честно. Не суть. Штука крутая. Можно будет попробовать сгонять на Сифа сегодня с ней. А можно будет ворваться... Не знаю, на Капру попробовать сбегать. Эй, еще ударчик. Ай-бой. Обломок титанита. Не уверен, что он может нам пригодиться, но лучше пусть он будет в нашей копилочке. Так, мне ниже? Мне ниже, да. Сейчас здесь будет черный рыцарь где-то тусить. Мы с ним помахаемся. Порешаем, так сказать, вопросы, обкашляем. А можно будет подойти потыкать гидру? Да? И с Хавелем можно будет сходить встретиться, типа узнать, что как у старичка. Эй, ну что за неудача? Я вообще его, типа, пнуть хотел. Но он меня поймал в этот момент. Ты что делаешь? Ты что, идиот? Блин, а так пнул? Ну конечно. Ну что ты? Сколько урона? 235. Неплохо. Для полного нуба? А, он меня за... ох уж эти комбо черных рыцарей. Сейчас мы с тобой увидимся. Мы с тобой еще не закончили. Может, надо было пробежать, забрать щит, да не возиться с ним. Там есть чизи-страта, когда можно мимо него там пробежать, столкнуть его. Кстати, а на адское пламя влияют человечности? Или это только с мечом Квилик работает? Я бы хотел замутить меч Квилик. Вот это да. Но для этого нужно какой-нибудь прямой меч. Или изогнутый меч. Изогнутый меч, по-моему, необходимо до плюс 10 качнуть, а потом в Анерланде его улучшить. До меча Квилик. Кстати, в сегодняшней части мы можем сгонять Квилик, наведаться. Типа узнать, чё как там. Почему я продолжаю их бить левой кнопкой мыши, хотя правая наносит значительно больше урона? Я шо? Совсем что ли, ебобо? Погнали еще разок добежим. А действительно, можно сходить до Хавеля на самом деле. Там же должно быть открыто. Ну, у меня отмычка есть, помимо всего прочего, значит, точно можно к нему сходить. Здесь, кстати, какие-то ништяки где-то нету. Ну, ладно. Но очень хотелось. Меч Квилик. Да, Дима очень просил, чтобы заморочились и замутили меч Квилик. Так что я думаю, это будет наше оружие в этом прохождении. Большой лук. Так, где рыцарь-то? Внизу? Еще ниже. Его можно зачизить, но у меня, к сожалению, не всегда получается это сделать. Да и как, блин. Я такой прям на расслабоне чисто. А он вот такие штуки делает.
Ну, дядь. Но это его только на нижнюю платформу скинет. О, черт, ну почему это не бэкстеп-то? Я же к нему пристроился. Ой, да ладно тебе. О, да, не в ту сторону. Но этого хватит. Он в любом случае погиб. Обломок титанита. Синего титанита. Вот он мой травяной щит. А с этой штучкой будет поинтереснее. Чего мне еще там есть интересного? Других щитов не имеется. О, у меня есть сабля. Это же кривой меч. Это как раз то, что нужно качнуть до плюс 10. Да? Да? Скажите, что да. Потому что я не помню. Давайте хапнем этот костер. Заберем впереди колечко. Я не буду отдыхать рядом с ним, потому что здесь не очень удобное возвращение. Да и смысл. Смысл. Вызовем лифт, побегаем еще. Колечко, колечко, кольцо. Во. Сейчас мы попутешествуем, поразведуем, найдем что-нибудь новое для себя, откроем. Но я бы хотел сегодня убить кого-нибудь из боссов и совершить хотя бы... Хотя бы маленький, но все же прогресс. Так, а, здесь это проход, где РТСР лежит. Можно попробовать одного из драконов убить. Но мне кажется, они... Слишком живучие. Ну, каждая третья атака станлочит. О, господи. Он просто... Съел от меня половину. Не-не-не-не-не, друг. Друг, не, он все еще идет за мной. Он все еще идет за мной. Он же прям сюда придет, вы что, гоните? Звучит стрёмно так-то. А, он передумал. Лох. РТСР не будем брать. Ну, в смысле, я боюсь с одним хп вообще врываться куда-либо. Типа, ну это реально страшно, камон. Смысл? Нужно слиться до там 10%. Ну плевать, до 20%. Все равно ты на одной тычке, как бы условно. Условно у тебя один хп. И это как бы то количество здоровья, с которым у меня сердце просто трепытаться начинает. Как у маленького поросенка Бейба, блин. Я боюсь. Вообще, я начинаю неадекватно мыслить в боях с боссами особенно. А если я еще на одной тычке от смерти, то все, это просто гг. Что, пробежимся сюда, посмотрим, что тут можно интересного собрать. Не, пойдем дальше. Здесь же можно выйти, да? Здесь сейчас кристальные эти стражи будут. И гидра на пляже, на пляжу. Она меня, по-моему, уже увидела. Сейчас зарядит мне по жопе. Мы можем попробовать побиться с Хавелем. Это какой-никакой опыт. И его кольцо может пригодиться тоже. Я знаю, что ты здесь. Блять, он прям нахуй под дверью. От сучонок. От сучонок, бля. Да уж. Наносим урон. Ну чё, чел-то как бы работает. 50. Охренеть. Ну попробуем зачизить его в проходе. Чё, мы обычные ребята. Ну же мы. Выходи.
Я боюсь внутрь заходить, он меня просто там... Он стопудово меня шотнет. Это я прям точно могу сказать. Он, скорее всего, с одной тычки меня снесет. Что ты прячешься-то? А он же хилится, да, по-моему? Он из тех персонажей, кто хилится. Ебанись. Вот это он мне засандалил. Ну, как бы... Неловко. Яйкс. Шарахнул знатно. Что у тебя зависло там? Ха! 34, а не стоит. Я думаю, не стоит тратить грены на него. Ну, 79. Всего-то пару недель, и как бы... И победа будет за нами. Если он все-таки еще будет бить... А, вторую атаку не получается пробить из-за стены. Он уже там почти на половине хп. Ну ладно, треть где-то сняли, но все равно. О, ну че вторая-то не проходит? Ё-моё, мы бы сейчас его вообще просто снесли. Просто снесли. Мы в одной лодке с ним. А! О, он чё? А чё с ним? Это нормальное поведение? Походу, его неплохо так жмыхнуло. Мне такое нравится. Мне такое нравится. Просто подключайтесь на канал Joy Wire, здесь самые лучшие чизи-стратки против обычных врагов, блядь, которых можно затыкать там с трех репостов, господи помилуй. Ну, здравствуйте. У меня еще есть синее кольцо. А теперь мы можем как бы экипернуться даже в какую-нибудь плотную броньку. Мне нравится священная мантия. Я красивая принцесса, посмотрите на меня, господи. Мы же убили Тауруса, да? Это лучше, да, по дефу доспех, который я могу себе позволить, господи. А не, у меня есть физ 24, 26. Воу, мы шо, мы полые солдаты. Вот это еще получше. Ёп, ты посмотри. Я еще и фастролю. Ёпт. Все. Нет, неубиваемый, короче. Просто без шансов. Давайте попробуем потыкать гидру. Сперва, наверное, надо кристальных стражей забить. Там часто можно согреть гидру на самом деле. И она потом дальними атаками сама стражи натыкает. Мне интересно, я наношу урон стражам. Ну, кстати. В три тыка? Это неплохо. Они дают 200 XP, это значит, что они просто шотаться должны с одной атаки. Что, коса не работает, да? Ой, я думаю, гидра не стоит сейчас пока. Давайте поднимемся, возьмем костерчик, возьмем... Расследуем немножко окружающую нас локацию. Как вам предложение? Я думаю, достойное. Вообще, мне просто очень страшно. Очень встречно. Мы били Хавела. Хавела.
Это можно считать достижением боевым? Ну, я рухшот у этих скелетов, да, в этой локации можно побегать. Мне такое нравится. О, господи. О, господи. Мне такое нравится. Я как будто что-то могу даже сделать. Слушай, прям порезал их. Там мы черного рыса рубили. Здесь же Ой, ёп. Точно, здесь же этот. Привет, друг. Как дел? А! Еще один. А, да ё-моё. Дружочек, пирожочек, дай пройти. Спасибо. Здесь же... Проход же, да? Am I right? Am I right? Вот здесь слева проход. Или это шорткат? Спрашиваю, потому что не помню. С этой стороны не открыть. Окей, усёк, нормально, справедливо. Мы сейчас пройдем сюда. Эй, ну что это? Что это такое? У этого костра уже можно посидеть, в принципе. Это не самый плохой вариант, тем более здесь шорткат наверх. Ну-ка, а чё у нас там по уровню? Блин, я боюсь сейчас тратить в уровень все, потому что... Ну, я не уверен, какой вообще билд, в принципе, впереди будет. Естественно, там потом с врагов будет падать намного больше душ, там с боссов будет полно падать. И можно будет нафармить там и души боссов там типа похлопать, и вообще. Все просто в шоколаде будет. Я бы хотел сразу определиться, чтобы, если это будет ловкостный билд с мечом Квиллик, например, то надо начинать сразу в ловкость вливаться до 40. Если это будет силовой билд, то там, по-моему, нет такого жесткого капа, как с ловкостным билдом. То есть там можно просто по фулу вливаться в силу, допустим. Ну, такие штуки. Сейчас мы здесь прогуляемся. Посмотрим, что у старичка есть. Мы с тобой уже встречались. Привет. Какие-нибудь интересные оружия. Что-нибудь интересное. Рапира, по-моему. С по ловкости, кстати. Рапира, интересный вариант. Бронька меня не очень интересует, но как бы тоже присутствует. Больше у него ничего. Пошел ты, нытик. Вот. Прогуляемся сюда. Посмотрим, что здесь интересно. Я уже не помню эти локации. Ну, блядь, гэнгбэнг, конечно, неплохой выходит у них. Но почему второго-то не коснул? Дринджа вообще просто слоновья. Ты посмотри, он наотмашь фигачит. Как будто с арбалета стреляет. А по-моему, здесь просто какой-то рандомный подъем. Но здесь есть скип. Чизи скип такой, типа там как-то через крыш, типа спрыгиваешь и вообще очень хорошо время. А может даже и не здесь. А, нет, здесь. Типа через крышу туда вот вниз спрыгиваешь и попадаешь капли. Метательный нож. Взял нож, речь. Допустим. Теперь другой вопрос. Зачем я сюда запрыгнул? А, здесь какой-то лутецкий. Точно. Легкий арбалет. Найс. Что, забег с арбалетом? Как вам идея? Ты что там делаешь? Вы что там делаете?
вы что такие дерзкие? Так, подожди, а у меня же... У меня же есть теперь все ключи, да? Ну, в смысле... Полезные ключи, да? Нет? Вот тут, кстати, полутать можно. По-моему. Или здесь хлам. Кстати, кстати. Нет, душа. Ну, слушай, мы сейчас еще по душам поднимемся. Мы не зря сюда прогуляться сходили. А, классная лестница. Это что? Я в хрущевку, что ли, зашел? Где лестница ведет в потолок? Мы сейчас здесь еще весь лут соберем. Ё-моё. А вот это, по-моему, хлам. Как раз. А! Я вас вижу. О, ну как он его не коцнул-то? Я не знаю, почему я от них убегаю. Это вообще, наверное, самые френдли... Да, тут здесь мусор. Самые... Самые безобидные противники, которые можно найти в игре, в принципе. Но толпой они могут тебя почикать. Будь здоров. Так. О, человечность. That's big. Сейчас прогуляемся еще сюда. А, с этой стороны не открыть. Это шорткат тоже открывается с противоположной стороны. Ну, понятно, ясно, понятно. Но у меня же есть, по-моему, ключ от... Как он там? Ключ от жилища? Или что? Ключ от подвала? От нижних этажей? Ну, какое-то такое у него название. По-моему, я с этого шортката могу сейчас прийти и под мостом в арке. Где Солер? Ну, вы понимаете, о чем я. Там, по-моему, можно открыть вполне себе дверку. Если у меня, конечно же, это тот самый ключ. Может быть, я ошибаюсь, это не тот ключ. Не тот самый ключ. Любой другой ключ, но не тот, который мне нужен. Или этот ключ получаешь после того, как горгулей убиваешь. Ну, кстати, я горгулей-то убил. Здравствуйте. Спасибо. Фри души. Он будет быковать, да? Ладно, сейчас мы его забайтим на пламя. И попробуем пробежать, докуда пробежится. Ну, кстати, пол хп только снес. А теперь надо похилиться, я считаю. Ну, кстати, мы даже прошли. Возможно, это можно было как-то более безобидно сделать. О, Солер ушел. Он отправился на поиски Jolly Cooperation. Да, вот, ключ от подвала. That's big. Вот это то, что я хотел увидеть. Это одна из тех лестниц, где ты под землю проваливаешься, по-моему. Надо подготовить выход. Если я вдруг сейчас провалюсь сквозь землю, надо будет сразу выйти из игры, иначе персонаж погибнет. Здесь типа в ремастере и при использовании DSFX есть лестницы, спускаясь с которых ты проваливаешься сквозь землю. Нет? Все нормально, не забаговало. Лоды. Вот это место я хотел увидеть. Здесь шорткат открывается. Йоп. Ребят, все, спасибо, я не мешаю, не отвлекаю. Вообще можно к костру сходить. Вообще нужно к костру сходить. Две хилки. Мое паучье чутье тыкает меня в болсы. На тему того, что... Наверное, давай, дружище, мы лучше придем с пятью флягами. А не с двумя.
И я полностью слушаюсь это чутье. Меня никогда не подводило. Присядем, восполним. Придем на капру. Умрем. Реснемся. Придем еще. И как бы... Как-то так и переживем. Рано или поздно затыкаем. Там главное убить собачек. Ух, ёпты, да что ж вы такие со всех сторон-то? Какой-то просто Багдад. Вокруг летят бомбы. Повсюду скелеты. Что-то жесткая отсылка получилась. Я не хотел, чтобы так жестко прозвучало. Сорян. Так, мы шо дерзкие такие? Камон. О, черт, я не собрал лут с этого скелетика. А он задиспаунился. Так, собачки первым делом. Это страшная хрень. Это прям... Это прям стрёмные враги. Серьезно, они по одной, возможно, это не так страшно. Но когда их 2-3, это все, это прям... Это прям ГГшка. Но можно их выцеплять здесь хотя бы двух. Третья, по-моему, чуть подальше тусит. Вон она. Согрелась. И нормально. Все. Собачек. По-моему, больше собак нет. Там только останутся теперь эти крутые ниндзи. Здесь некоторые двери открываются, я знаю. Somebody, help me. Damn, how... А у меня есть ключ? О, у меня есть ключ от жилища. Камон. Привет, дядь, мы тебя спасли. Brilliant. You opened the door for me. Thank you. I'm saved. I thought I might never escape. I am Griggs of Vinheim, a sorcerer of the school. I am much obliged for your assistance. Thanks to you, I may now resume my travels. Oh, hello. I'm fine. I will rest a while, then return to Firelink Shrine. I have my sorcery. And I will be more cautious next time. Besides, I have an important task at hand. Oh, hello. I'm fine. I have best... Ну, ладно. Что, мы прям... Good guys? Я вижу, что вас просто сотни здесь. Поэтому подходите по одному. Ну или можно толпой, в принципе. Как там было? Самбисты-каратисты по одному, все остальные могут толпой? Я клянусь, у меня такой сейчас флешбэк случился. Мне кажется, когда мы этот момент проходили в одном из предыдущих моих злоключений в мире Dark Souls, мне кажется, я то же самое сказал. Ах вы залупы. Да что такое? То ёпт. Там просто... По-моему, там просто человечность лежит на самом деле. По-моему, там просто человечность. И все ради нее, родимый. И еще один. И мы все равно доберемся с двумя флягами с Сасусом, да? Яйкс. А, двойная человечность. Пардон. И это меняет дело. Сейчас нужно еще от ниндзюх погибнуть, конечно же, которые начнут резко открывать двери и... тыкать меня в бока и кидаться клинками всякими токсичными. По-моему, их частично можно поубивать. Да, вот этого, по крайней мере, получилось убить. Здесь еще один. Да, я вижу его за дверью. Один или двое? А, там просто лут, по-моему. Допустим. Один спереди, да, выходит?
Да, вон он. Они это... Они умеют ловить тебя на контратаку. Это они умеют. О, кортик. Thanks. Thank you. Здесь, по-моему, ничего. Тут какая-то ловушка, да? Какой-то обман. То ли он где-то наверху тусит, потом спрыгивает тебе на горб. Или здесь, за стеной. Или с балкончика спрыгивает. Здесь явно какой-то пранк. А, здесь собака еще впереди. А, точно, точно, я помню. Я помню. А ты помнишь? У, сука, 10 дверей открылось. Вольная собака. Есть псинка. Есть минус 2. Есть еще минус. Мне кажется, там еще. У меня есть такое чувство, что там есть еще какие-то неприятности впереди. No? Nope. Это ж лут? Да, я. Больше. Блять, я знал, я помнил! Ух, сук, я помнил, что там еще. Я помнил же. Щит недостаточно долго продавил. По-моему, больше не должно быть собак. Щит-мишень. Ну, кстати, крутой щит для парирования. Фух, какое у меня плохое предчувствие. Там, по-моему, можно... гренку закинуть. Здесь шорткат открывается, да? Скажи мне, что да. Там какая-то ведьма. По-моему, здесь шорткат открывается. Я не хочу умирать до капры, но... если здесь открывается короткий путь, это то, что я хотел бы сделать. А, это этот, еще один чудик. Во, вот этого я помню. Ну, махни туда. Да ёпта. Ты что, издеваешься? Yes. Лошара. Сори, какие крутые. Ты посмотри, что умеет. Еп. И, возможно, там есть еще. А, возможно, нет. А, я слышу стрельбу из лука или арбалета. А, нет, не убивай. Не убивай, я мацую. О, большая душа. Спасибо. А, отсюда я ключ получу после убийства капры. А здесь... вот здесь, да. Я точно помню вот этого чувачка. Нормально все? У тебя хорошо время проводишь? Пока! Блин. Не очень хорошо время провел. Кайф. И еще в лоб получил. Ах, кайф. Вот бы сейчас расстояние измерять от себя до противника. У меня одна хилка осталась. Но если это шорткат... я буду так счастлив. Да, 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 это же... эта дорога ведет к короткому пути. Ууу, shit, that's big. That's huge, my dude. С одной стороны торговка находится, а вот это короткий путь. Через поселение этих мертвечин. Полых. Ну-ка, она может продает какой-то хил, который я могу помимо Эстуса жмыхнуть.
used to have your senses about you. Then why won't you buy some of my moss? Я бы не хотел трогать твой мох, старая дева. This is a wonderful place, don't you think? We have water, moss, moisture, these nice iron bars. I like it here, I really do. Nothing good ever happened to me in life. But now that I'm undead, I've never been happier. You've come to this land at a bad time. There are nothing but hollows in these parts. Save for me, of course. You're undead too, aren't you? You be careful then. Ah, go down along the side to reach the depths of the undead berg. Only unkempt crooks and liars to be found there. Hardly a place for a lady like myself. But who knows? Maybe you'd fit right in. Oh, черт. Ядовитые дротики, красивый череп, косточка возвращения, камни. А, она человечности продает. У нее целых 5 штук есть. Мы возьмем пару штук. Это может помочь с собачками. Окей. Это может помочь с собачками. Ой, косточки я оставлю. Мы типа закинем туда один череп. Собаки согрятся на него. Мы убиваем собак. И потихоньку тыкаем капру. И все проходит просто чики-пуки. Или начинается сейчас бой. Собаки просто меня агрят. Рвут мне жопу. И я сгораю. Потом рисаюсь, мы коротким путем доходим и еще раз бьемся с капрой, как бы. Камон. Во, интересно, а если я их сейчас куда-нибудь сюда поближе, типа. Ну, куда-нибудь. Не? Ну, попробуем, так, чё? А! Да ёпта! Dark Souls! Dark Souls! О, черт. Ты жо, зараза. Эп, и третья. Он обычно с трешечки выбивает. Слушай, ну мы ему даже урон наносим. Я прям шокирован. Страшно, конечно, пипец. Ну делай что-нибудь. Во, вот это. Вот это я помню атаку. Ты что? Я не попал! Ух! Ух! ГГ. Пу! First try, baby! Да, детка, блядь. Да, сука, отдай мне свою душу, грязная девка. Всего 6К, господи. Я радуюсь, как будто мы убили кого-то значимого вообще. Ну, а это гет. Это гет, тем не менее. Это килл. Вот они, глубины. Здесь мы найдем огромный уголь. Я надеюсь, здесь где-то есть костер. А, да-да-да, точно. Здесь куча еще этих бичей. Да-да-да, да-да-да.
Я, пожалуй, скушаю человечность, чтобы они внезапно не вырезали мне пол хп. Я бы не хотел сюда бежать за душами. Ну, в смысле, так или иначе придется в эту локацию еще возвращаться. Она все-таки долгая, и здесь босс еще есть. Дядь, ну давай. Я ж вижу, как ты ходишь там. Ну, еще один бежит. Привет. Пока. Так, там, по-моему, больше нет чувачков. Но они, по-моему, агрятся. Не? А, не прибежали, слушай. Ну ладно. Я бы хотел сегодня достать все-таки большой уголь. И после этой локации оттащить его к Андре. Я очень плохо помню, где он находится. Честно, прям. Я знаю, что в этой локации, как бы внизу, может быть, вот где котел, вот где вот этот вот чувак-мясник внизу, может быть, рядом с ним. Явно где-то здесь. Мне кажется, рядом с мясником. Там типа сундук стоит, и в сундуке лежит большой уголь. Если это так, то мы прям в шоколаде. И можно будет, в принципе, даже здесь костер не брать. А можно и взять. Какая разница? У нас теперь там шорткат для до этого, до храма огня, до Файрлинг Шрайна, так что... Вообще без проблем. Кстати, еще сейчас в котле можно будет Эстус восполнить. Что тоже, ну, приятненькое такое мероприятие, я скажу честно. О, тут собаки. И, по-моему, там еще пара в воде сидит. Но в воду нам не надо. Пока. Нам нужно почикать этого мясника. Нет, нельзя. Блин, это походу будущие всякие штуки. А докинет, интересно. Охеренная бомба. Брат. Брат, держись. Я сагрил тебя? Да и господи, я не хочу с двумя разбираться. А, все, минус собачка. Нет, она вернулась! Она вернулась! Мне, я хотел сказать, что она еще привела друзей, потому что мне показалось, что она не одна. Но не, вроде. Мы остались с этим дядькой. Ну что, потанцуем? Делай чего-нибудь. Он что-то делает. Он знает чизи страту сквозь стены. Ну делай что-нибудь. Да, блядь, мне так страшно, сука. Я как будто в Resident Evil играю, где какой-то бешеный маньяк мясной за мной бегает. Все, готов, дядька. Фух. О, мешок. Это мне нравится. That's big. Так, сейчас заберем уголек. И я буду так счастлив, так счастлив. Это же настоящий сундук, да, вроде не фейк. О, that's big, my dude. That's huge. Че, давайте попробуем добраться до костра. И будем считать это ГГшкой. Так, попробуем сделать таким путем. Вот сюда. Вам вообще, да, просто... Просто насрать, да? Там две сидят собаки. Одна здесь, другая еще вдалеке, левее. Есть минус. Есть пробитие. Еще одна. А, там еще мертвяк. Мертвяк не так страшен, как собака, скажу честно.
А у меня есть какая-нибудь хрень? У меня метательные кинжалы, да, какие-то есть? Чтоб пагрить этих дурачков, иначе это просто какой-то зашквар получается. Во. Во. Ты можешь? Ты можешь? А, сори. Блять, я встрял! И! Умоляю, не убивай. Умоляю. I'm friendly. Friendly, не убивай. Все. Я попну еще одну человечность. Я на все готов для того, чтобы достичь этого костра. Тем более знаю, что он вообще прям рядом-рядом находится. Он же прям рядом-рядом, да? Я же не прогоняю. По-моему, здесь где-то ловушка. Да, вон он. О, страшно, блин. Моя очередь. Разменялись. О! О, привет! Смотри, это ж пиромант! Ё-моё, я тебя тысячу лет не видел. The Great Swamp. I will not forget my debt to you. Да без проблем, старичок. Hello there. I'm fine, thanks to you. Hello, I'm fine. Ну и давай, береги себя там. Хорошего настроения нам. Все кайфово. Он, по-моему, потом возвращается в этот, в храм огня, и там можно с ним взаимодействовать, типа. Учиться пиромантии, если у тебя достаточный уровень интеллекта и прочие штуки. Делать интересные. Так. Скажите мне, пожалуйста, это же путь костру, да? Там пиявка? Там наверху пиявка. О, я тебя вижу. Я тебя видел. Они с огненным уроном так изично горят. Ё-моё. Обычный урон по ним практически не проходит. Видимо, они очень-очень чувствительны к огню. Так, и... По-моему, прям вот впереди-впереди костерчик находится. Но здесь еще висят эти пиявки. Привет. Алле. А, не? Чудно. А, вон они. Теперь вижу. Эти двери закрыты. Подожди, а... Чего? А, здесь просто фейковые двери? Да ладно. Я чуть не помню этого коридора. Он вообще незначимый, поэтому я, наверное, его и не помню. Но все же. Ты посмотри, как они горят, ёлт. Они шотаются с правой кнопки. Охренеть. Ты просто глянь, ёлт. Я такого давненько не видел. И вот здесь костер.
Умоляю. Он настоящий. Прекрасно. Ребята, большое спасибо за просмотр. Тем, кто дожил до этого момента вместе со мной. Черт, это было эпично. Огромное спасибо за то, что подключились к моему каналу JoyWire. Меня зовут Джонни. Очень рад был вашему присутствию здесь. Обязательно ставьте лайки и пишите позитивные комментарии. Это очень помогает в мотивации и в продвижении этого канала. Еще раз огромное спасибо, JoyWire, с вас подписка, лайк, с меня новые видосы как можно чаще. Всего вам хорошего, друзья. Пока!